Всем привет! Продолжаем изучать картины. Это не изучать, а просто смотреть картины известных художников. Сегодня я хочу вам немножко показать картины Армандо Пойнта. Информации о нем очень мало. Информация из переведенной Википедии английской, я цитирую. Итак, Арманд Пойнт родился в 1860-м или 1861 году. Был французским художником, гравером, дизайнером. Был связан с движением символист. У него было собственное ателье. Источники расходятся в деталях его рождения и смерти. Ну, вот такие данные, что есть, то есть. Родился в Алжире, умер в Неаполе. Самыми ранними работами Пойнта были восточные сцены рынков, музыкантов, уличная жизнь его юности в Алжире. В 1888 году он отправился в Париж, где учился в школе изящных искусств у Агюста Херста и Фернана Кармона. С 1890 года он стал выставляться в Национальном обществе изящных искусств. Находился под влиянием братства прерафаэлитов. Был членом первой группы Наби. Совершил поездку в Италию, впервые увидел Сандро Боттичелли. Конечно, это произвело на него глубокое впечатление, и он написал, что его глаза впервые открылись. Это привело к попыткам создать во Франции движение за возрождение искусства 15-16 века. Влияние Боттичелли и Леонардо да Винчи стало очевидным в его работах. Эллен Линдер стала идеальной женской моделью для Пойнта. Он часто рисовал ее в стиле Леонардо, но одевалась она как муза из Боттичелли. Елена вышла замуж за французского дипломата Филиппа Бертелла незадолго до начала Первой мировой войны. Пойнта называют художником, переходящим от мечтательного реализма к детальному идеализму. Ну вот, наверное, все, что мне удалось найти о Арманде Пойнте, французском художнике, гравере и дизайнере, который был связан с движением символистом. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Смотрим работы. Пока-пока.